Я помню одно свидетельство, один рассказ, который я слышал лично. Была встреча, у нас было там, не помню, человек, может быть, 30, я повторяюсь, я когда-то это рассказывал. И свидетельствовала одна сестричка. Она несет большое служение, такое очень серьезное служение в церкви. Церковь большая, около 1000 человек. Она христианка. Она бывший офицер. Была в Чечне, в горячих точках. Вот тогда, когда боевые действия совершались, вот в те времена. Она верующая. И она рассказала историю одной женщины. В советское время вторые, третьи смены, работа поздно. Она отработала смену, возвращалась домой и ударили по голове, потеряла сознание, все сняли с нее, ограбили и изнасиловали. И она... У нее должна была быть свадьба с молодым человеком. И вот такое происшествие. И он не отказывается от своего решения жениться на ней. Но тут стал вопрос другой. Она оказалась беременная. И решали, что делать с этим ребенком. И решили оставить его. Он женился. Ребенка оставили. Родилась девочка. И эта девочка была я. Разным путем люди приходят на землю. Вот это свидетельство, вот эту историю, я так понимаю, что она ее, может быть, первый раз рассказала или один из первых разов.